В Уфе завершается подготовка к финалу 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». На данный момент на площадке устанавливают оборудование и благоустраивают прилегающую к ней территорию. Для проведения состязания подготовлено 20 павильонов, их общая площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Коммуникации к ним уже подведены, ведется пусконаладка. В ближайшее время организаторы мероприятия установят по всей территории навигационные знаки. В принципе, идет все в плановом порядке. Есть шероховатости, есть недоработки. По каждому пункту у нас полностью отработан сетевой график. Четко понимаем, к 21 числу мы планируем, что все здесь будет закончено. 21 числа у нас приемка. Премьер-министр будет принимать полностью уже площадку. Техническая приемка была 16 июля. Сейчас мы уже будем сдавать всю площадку так, как она будет уже в дни проведения нашего мероприятия. Состязания WorldSkills пройдут по 105 компетенциям в 7 направлениях. Участниками чемпионата станут более 1800 конкурсантов из разных уголков России. Из них более 600 – это юниоры. Экспертное сообщество представит около 2000 человек. Для проведения соревнований республика закупила 3000 единиц нового оборудования и инструментов. И вот после окончания соревнований они будут переданы в колледжи республики.